Да, вот год выдался очень жаркий. Вот как-то гулял я по лесу. Гуляю, и тут что-то какие-то таракашки по ногам на гляну, клещей, ёлки, куча, ёлки. Думаю, да ничего себе, нафиг, таких так много. Думаю, откуда столько их так много? Потом прошелся еще там по бурьяну какому-то, на. Короче, я весь был усыпан этими клещами. С ног до головы, на голове, на волосах, везде. Да, короче, штук 50 это точно на мне были клещи. Думаю, да никогда сроду, сколько жил, столько не было клещей, а тут смотри, столько клещей. Ну, короче, я тряхнулся, все, кое-кто мне уже впился. Я их отдирал, выковыривал, выбрасывал. Вот, думаю, тварина. А потом как-то в газете прочитал, говорит, эти клещи, говорит, ну, у них какая-то болезнь или что-то там. Ну, думаю, тоже мне сейчас, думаю, хана будет. А, думаю, черт с ним. Потом еще один день, второй день. Да и все лето проходи. Все время клещи, клещи. И их очень много в этом году, эти клещи. И кто-то в газете, то ли статью какую-то прочитал. Клещ его укусил. Его аж в больницу там повезли. Ну, там уколы, какой там что-то надо ставить от клещей. Так мне ни укол, никто, ничего. Клещей меня примерно укусило, если так посчитать, 50 клещей укусило. Живу нормально, все. Короче, это какие-то раканы, букашки. Безвредные, короче, они, я не знаю.